Сегодня прошел прекрасный праздник. Представители Милигвардии поздравили женщин с наступающим 8 марта. Праздник был очень красивый, всем понравилось. От себя лично я бы хотела пожелать здоровья, счастья, мирного неба, всего самого хорошего в эти весенние дни, и чтобы всегда нас окружало только хорошее, только позитивное. Желаю всем хорошего настроения. Кыркылеткен 8 март Хатын-кызлар байрамы билан Өзбекстан Республикасынын аялдарын чын калбымдан табриклейман. Тадбирде жүзе хурсан болуп кеттик, чүнкү бул мана ушу Милли гвардияны бизге жардамы туфайлы анча мактабларда, умуман Өзбекстан мактабларында давамат маселеси, ошо балдарны кечип келиш маселелери жүзе эме деди кандыкарлы болду. Чүнкү уларнын мехнаттары билан биз катта юткуларга эришип